Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем продолжать с вами проходить State of Decay 2. Так, остановились мы ночью. Ночью крайне неудобно, так еще и персонаж просит поспать. Значит, что нам нужно переключить персонажа? Так, вот этого я не помню на самом деле с переключением персонажа. А как это вообще делается? По-моему, на Т. Это быстрый чат. Здоровье на максимум. Так, как переключить персонажа? О, сообщество. Вот, давайте мы пойдем за Широ. Что у нас тут по характеристикам идет? Так, а я не переключился. Почему? Почему? Ты переключиться, вот все. Шикарно. Итак, итак. А что у нас есть с собой у Шера? У Шера у нас есть бита и ржавая отвертка. Ну, я думаю, нам кажется хватит. Так, а и ближайшая какая-нибудь база. Что нам нужно обыскать? Нам нужно сходить вот как раз. Обыскать вот, наверное, вот эти вот места. А там уже будет видно. По-хорошему еще найти бы машину. Я быстро соскучиться не успеете. Конечно, не успеем. Так. Пойдем. Очень. Так. Очень-очень здесь темно. И это не очень хорошо. Давайте вот обойдем сразу. На ешечку его убьем. Потратим поменьше энергии, чем с ними сражаться, с тремя сразу, это не очень. Так, минус еще один. Обыскать мы здесь навряд ли что-то сможем, тут ничего нет. О, что-то можно. Что-то можно обыскать. Шуметь мы, конечно, сейчас не будем с быстрым поиском. О, а вот это хорошо. Вот это хорошо. Пистолетик. Пистолетик нам очень сильно пригодится, но попозже. Не сейчас. Вообще автоматическое оружие в этой игре это... Точнее, огнестрельное оружие это прям прекрасно. Такс. Одну минуточку.
Так, все вроде бы довольно-таки хорошо. Так, пойдемте-ка дальше. Что у нас здесь есть? У нас есть здесь один зомби. Может, он, конечно, и не один. Но убивать мы его тоже будем довольно-таки тихо, чтобы... чтобы нас вдруг не съели. Потому что, как я знаю по предыдущему опыту, достаточно потерять одного персонажа, и пропадает интерес играть. То есть ты начинаешь как бы перезагружаться, скорее всего, начинать заново. Либо ты очень сильно расстраиваешься. Так, надо сразу его прибить. То придут остальные, и это будет очень плохо. Где-то я кого-то еще слышал. Вроде бы был еще один. Так, ладно, закрываем дверь на всякий случай. Куча обломков от оружия. А обломки от оружия, если я не ошибаюсь, пригодятся в случае... в случае постройки оружейной базы. Оружейная база нам будет очень нужна, потому что там создаются патроны. Так, здесь есть что-нибудь или нет? Ну, давайте обыскивать. Вроде бы зомбарей я не вижу. Пока что три ящика должно быть. Коробка химикатов. Ага. Интересный момент. У меня заканчиваются места. Места в инвентаре у меня больше нет. Но я думаю, если что, что-нибудь оставим. Уж в крайнем случае. Набор инструментов медика. Да, давай. Так, где-то еще был один, вон он. А, нифига себе, даже здесь. А, нет, с другой стороны. Даже на улице стоит, нифига себе. Ой, сколько всего много. Поздравительная открытка. Подпись на лицевой стороне. Разве я забуду о твоем дне рождения? Да ни за что. Надпись внутри от руки. Гейл, я больше в жизни так не облажаюсь. Никогда этого не забуду. Так, кияночка у нас есть. Ее можно поменять только если на... только если на биту. Набор день рождения, ударная сила, скорость, эргономичность. Сокрушение намного больше. Так, ну ладно, пусть пока что здесь останется. Нам нужно пока что вернуться обратно на базу. А обратно на базу мы возвращаемся. Надо пометочки вот так вот, да, сделать. Так, с красными глазами. По-моему, это чумной зомби. Да. Его получится также убить.
Аккуратненько скрыто, или он агрец? Нет, все спокойно и легко. Интересно. Так, стоп. Ну да, все правильно. Такс, 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 такс. Ну, тут вроде больше зомби не должно быть. Мы только что всех убили. За нами вроде бы тоже никто не гонится. Тем не менее, уже скоро... А, нет, это луна, просто так светит. Но я думаю, что скоро уже будет рассвет. Поэтому... Будем ждать рассвета. Так, на тачке можно будет ехать, но сначала ее нужно будет починить. Вещь-мешок, медикаменты 3, управление хранилищем, ладно, нам не нужно. Так, отлично, медикаменты есть, нам нужны теперь стройматериалы еще и... Что нам еще нужно? Так, вот это вот складываем. А еще нам бы найти хороший какой-нибудь рюкзак. Не маленький, а уже который прям совсем-совсем большой. Я надеюсь, мне никто ничего не писал. Так, отличненько. Чатик я вижу, если что, пишите в чат. Так, ага. У нас по категориям еще можно разделить. Шикарно. Шикарно. Так, а как можно выйти отсюда вообще из инвентаря? Тоже. Чем меньше груза вы несете, тем меньше расходуете энергии. А нам бы в данный момент ее наоборот расходовать побольше, чтобы, соответственно, прокачать нам выносливость до максимума. Так, у нас есть зеды. Нам еще нужно вот сюда отправляйтесь на станцию Спироил. Шера говорит, что там обитает крикун. Занятый чумным сердцем. Там чумное сердце еще рядом. Неприятно. Это неприятно. Может находиться неизвестно что. По стрейнджера. Давайте наведаемся, то еще раз в ту сторону сходим, а потом уже побежим по основным миссиям. Как раз уже будет более-менее рассвет. К чумному сердцу нужно уже идти с оружием, ехать желательно на машине. Для чего на машине? Чтобы там увезти разный лут. Потому что лута там будет довольно-таки много. И я очень надеюсь, что там не будет джиггернаутов. Потому что джиггернаут это прям... Ну, такой себе момент с ним сражаться на данном этапе. Жирнющая скотина. Так, чуть не потерялся. Это зомби там или нет? Нет, это какой-то знак. Какие темные ночи, ужас. Это какой-то капец. Так, 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 так. Что мы еще здесь можем найти? Видимо, ничего. Опа. Здравствуйте, гость. Ночной. С вами бы поболтать. Ой, интеллект прокачался, отлично.
Значит, интеллект у нас качается от того, то, что мы их скрытно убиваем. А это очень-очень хорошо. Вон еще я вижу цвет глаз. Опасность скопления 1. Это, видимо, около базы. Нужно еще пойти зедов убить. В окраине. Иначе там, по-моему, если не ошибаюсь, они будут, зомби будут пушить базу. А это не очень хорошо. Этого нам не надо. Опасность скопления 1. Ну да. 3 крикуна. 2 из них находятся рядом. Там придется, мне кажется, даже не просто поубивать, а прям пострелять. Неплохо. Всем привет, ребят, кто зашел. У вас много влияния, займитесь торговлей с другими группами. Используйте радиокоманды. Угу. Место под контролем. Так, где-то я его слышу. Очень-очень-очень близко. А где? А, вон он. Что-то там кушал. Ничего не было. Чувак, тебя глючит. Так, отлично, убили. Уничтожили. А, ящичек. Ящичек, это прекрасно. Для ускорения поисков нажмите и удерживайте левый shift. Но будьте осторожны, при этом вы производите больше шума. Да, окей. Вот. Скоро начнется рассвет. Но уже хоть видно чуть-чуть подальше. Это уже прям прекрасно. Так, выносливость. Быстренько его убьем. Хорошо, это ничемной зомби. Так, отлично, он меня только укусил. Бинтиком мы восстановимся. Так, а там дальше вроде ничего нет. Тогда окей. Нам, в принципе, дальше не нужно. А, нет, там что-то есть. Аванпост. Можно поставить аванпост. Отлично, шикарно. Шикарненько. Пойдем ставить аванпосты. Что-то как-то тут очень много зомби. И они еще и все кучкой. Ну ладно, вот этих сейчас так убьем. Одного со спины, второго в рукопашку. А, даже обоих так получится. Вообще шикарно, великолепно. Отлично. Интеллект. Еще интеллект прокачался. Это великолепно. Так, опа. Потеря еда, потеря медикаменты. Окей. Это вот это аванпост, как я понимаю, да? Его нужно зачистить, наверное. Кто в домике живет? Эдвард восстановил силы. Так, тут тоже, по-моему, могут быть зомби. И, скорее всего, зомби здесь есть. Объявляю эту базу свободной от зомби. Отлично, шикарно. Смотрим на ящиков.
Тоже медикаменты. Так, да, мы занимаем этот аванпост. Нажмите Б. Ага, аванпосты. На аванпосте можно поменять активные персонажи и в относительной безопасности покопаться в шкафу для припасов. Это получается, здесь, наверное, не будет зомби. Легкий болт. О, вот это великолепно, конечно. Вот это вообще супер. Потому что лук в этой игре это нечто замечательное. Улучшение командного центра открывает новые ячейки для аванпостов. Аванпост. Угу. Эффекты аванпоста. Постоянная безопасная зона. Близкая дальность разведки. Понятно. Так. Одну минуточку. Так, отлично. Так, отлично, расцвело. Можно уже посмелее побегать. Да, обыскать все, что здесь есть. Вот тут, наверное, кто-то есть. Зомби? Нет. Зомби здесь тоже, оказывается, нет. Собираем все, что можно, и уходим отсюда. Патроны, патроны. Патроны. Что здесь? Револьвер. Так, нет места. Это нехорошо. Это не очень хорошо. Так. А здесь у нас... надо будет сюда на машине вернуться, наверное. Так, давайте-ка отметим зону около дома. И уже побежим, 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 побежим. Мне нужно отдохнуть пару секунд. Так, отлично. Еще минус один. А выносливость все качается, качается, и это прекрасно. В принципе, да, тут, по-моему... Все навыки так быстро раскачиваются. Так, после этого нужно, наверное, переключиться за другого персонажа, уже за мужчину, и пойти поубивать зедов вокруг территории своей базы. Так, отлично. Скинули. Получено влияние 5. А влияние, интересно, это на конкретного персонажа или это все же общее? Отлично. Так, сообщество. Эдвард. Эй, я вообще-то переключил. Я переключился на тебя. Отлично. Переключились. Так, что у нас есть у Эдварда? Наверное, нужно взять пистолет. А, пистолет есть с собой. 5 патронов, в принципе, я думаю, вполне будет достаточно.
Открыть шкаф для боеприпасов. А дубинку можно будет починить. Пистолет 5 патрон хватит. Пакет снеков. Бинты. Мгновенно восстанавливает энергию и слегка утоляет голод. Окей. Давайте уничтожим вот этих двух крикунов. Блин, два крикуна — это опасно. Стройте объекты для расширения базы. Так, мне кажется, мне проще будет его убить с пистолета. Только надо попасть с первого выстрела. Ой-ой-ой, это нехорошо. Там чумные. Чумные зомби. Не стоит пока что лишний раз. Так, ну, в принципе, сколько? 3 выстрела я, по-моему, сделал. Да, 2 патрона у меня осталось. Можно еще вот этого убить. Он последний остался, по-моему, кто из зедов. Все отлично. Отлично. Все зеды уничтожены. Так, мне как раз нужно вот в этот Тартан Маркет. Тут, по-моему, что-то было. Хорошее, я имею в виду. Должно же что-то лежать в Тартан Маркете. Танкс. Так, аванпост с медикаментами. Вот медикаменты мне не нужны. Мне пока что аванпост с едой нужен. Педальный генератор. Драгоценная энергия. Всего в паре оборотов педали. Установите это улучшение, чтобы обеспечить один объект и электричеством, ценной рабочей силой и небольшой потери боевого духа. Угу. Пачка семян. Вот пачка семян. Это прям прекрасно. Бутылка дорогой текилы. Она вот нам нужна? Не знаю даже. Ха-ха-ха-ха. Так, вот еще ящичек. Мешок традиционных лекарств. Так, я думаю, мы одни. Ой-ой-ой, как их там много. Слушай, он прям за мной бежит. Ну и держите тогда. Сила прокачалась, тоже прекрасно. Это с соседнего маркета, наверное, прибежали. Они услышали шорох здесь и прибежали сюда.
Если я не ошибаюсь, здесь еще бывает ходят толпы зомби. То есть они просто вот и ходят по городу и все. Но это не точно. Это надо смотреть. Так, ну пошлите тогда на базу, раз у нас... Я что, полный получается? Получается, да, я полный. Слушайте, а может ремкомплект получится найти? Вот, к примеру, в Тартан Маркете. Вот аванпост с едой. Вот это нам надо. Это обязательно нам надо. Так, мешок с едой. Банка этилового спирта. Так, привет, кто зашел на эфир? Одну минуту. Угу. Так, пойдемте-ка дальше. Побежали. Чатик, если что, я вижу, поэтому пишите. Что у нас тут есть? Ага. О, интеллект прокачался. Прекрасно. Замечательно. Так, здесь их много. Побежали, наверное, через заправочку. На заправке, по-моему, я все вообще полностью обыскал, поэтому здесь нету смысла лазить. Побежали просто дальше. Бежим, 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 бежим. Как же тебя починить, а? Слушай. Тачка нам обязательно нужна. Просто вообще жизненно необходима, потому что с вот этими мешочками маленькими много лута не унесешь. Ага, так, создайте аванпост, стройте... Создайте именно аванпост. Стройте объекты для расширения базы, помогайте выжившим, чтобы найти новых людей. А, отлично. База, 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 огород. Увеличить урожай, еды в день, это объект плюс 50%. Угу, давай посадим семена, у нас как раз есть семена. А, что мы еще можем сделать? Медпункт пусть будет. Парковка. Улучшить, взять детали для машин. А если мне просто нужно починить... База. Аванпосты. Передача контроля, смена персонажей. Так, снять часового с аванпоста. Угу. Ничего не понял. Ну ладно. Пойдемте дальше. Так, 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 так. Выносливость снова вкачана. Что это такое? Фруктовая лавка. Экипировка для армии и флота может находиться. Ага. Вот, наверное, где стройматериалы нужно нам. Вот со стройматериалами нам нужно посетить места, чтобы починить машину. И тогда, мне кажется, все прокатит. И будем мы кататься на машине, собирая лут и припасы. О, я вижу зомби. Чё ты тут делаешь, друг?
Много энергии потратил. Стая идет в... Куда она идет, стая? А, где карта? Вот она. Да. Тут еще есть стаи. Они просто ходят огромнейшей группой. И им лучше на пути не попадаться. Ну, если, конечно, у тебя там нету какого-нибудь автомата. Но когда с автомата стрелять начнешь, то можешь согреть еще больше зомби, которые в окрестностях обитают. Поэтому толпа — это всегда страшно. Вообще, нам бы еще найти арбалет. Потому что на арбалет есть стрелы. Стрелы можно использовать по несколько раз, и они бесшумные. Так, отлично. Что? Серьезно? Прикольно, через стеночку. Так, а строительные материалы. Окей. Ну, наконец-то что-то я не успел прочитать. Ладно. Набор инструментов с патронами. А вот в машину бы положил, доехал бы, и вообще все прекрасно. Малый бак с топливом. Так, подожди, топливо. Тут нужно еще будет топливо. Так, отлично, разбили голову. Побежали дальше. Наглухо заперто. Ремкомплект нам нужно найти. Ремкомплект. Учебник по информатике. Учебники, кстати, вообще идеальная штука здесь. Потому что можно дополнительные всякие штуки открыть. Перки персонажа. Пачка семян. Бомба из алюминиевой банки. Отлично. Два просмотра, число зрителей 0. Такс. Что мы еще можем здесь? Ублюдки понял, кто пришел, и смылись. Ну, конечно. Сверток петард. Это толпу иногда нужно отвлечь, чтобы, к примеру, убежать либо от конкретного места. И вот эти свертки петард очень-очень помогают в этот момент. Так, но это не очень все привлекательно, конечно. Я так и не нашел, где можно починить машину. И это очень-очень плохо. Кажется, пора отдохнуть. Давай отдохнем. По чуть-чуть. Выносливость уже почти на максимум, кстати. Вот это хорошо. Это просто замечательно. Угу. И ни одной машины не могу найти рабочей.
Вот это тоже не очень. Потому что можно не обязательно сразу ее чинить, можно найти просто машину, которая заводится. Но может быть из-за того, что это только самое-самое начало. Но все равно. Так. Побежали, побежали, побежали. Будем проходить сейчас основной, наверное, основной сюжет. Может быть, из-за этого, кстати, у меня и не открываются ремкомплекты. Так, материалы, построить объект, мастерскую, изготовление взрывчатки, ремонт оружия. Угу. Построить участок складирования, построить кузницу, создание улучшений для техники, изготовление наборов инструментов со скидкой. Ага. Ну, давай пока что мастерскую построим. Да, понятно. Получено влияние. Отлично. Еще можно, кстати, аванпосты создать. Аванпосты. Побежали по миссии. Будем проходить уже миссию. И там уже видно будет. Подождите, а там рядом эти сердца как раз, да? Новое... Если мы собираемся здесь выжить и закрепиться, то надо оградить себя от всяких придурков. Неподалеку от нас есть военная база. Думаю, там мы должны устроить аванпост. Так все поймут, кто здесь главный. Конечно. А это где? А это ты про что говоришь? А, занять какую-нибудь территорию. Угу. Ликвидируйте угрозу зомби. Ну давай ликвидируем угрозу зомби, заодно залезем вот на эту вышку, осмотримся. А, может быть, найдем еще что-нибудь полезное. И тогда уже... все готово к выбору специализации U, чтобы открыть окно персонажа и выбрать специализацию. Ну тогда хорошо. Отлично. Сейчас посмотрим, что это такое. Надо сначала, правда, залезть. Так сказать, там побезопаснее будет. И уже посмотреть, что это такое. Что это за стабилизация. Ой. Специализация. Так, значительное увеличение переносимого объема. Снижает расход энергии на рывки. Уровень усталости накапливается медленнее. Черты дровосек. Может спать где угодно затейник. Угу. Интеллект можно улучшить, обыскивая ящики, скрытно убивая зомби. Сила можно улучшить с помощью рукопашного боя. И стрельба. Можно использовать, соответственно... Так... марафон снижает расход энергии на рывки. Так, пока что не знаю, честно. И не знаю, потом можно ли будет изменить, поэтому пока что немножко подожду. Так, что у нас здесь еще есть? Полуразвалившаяся стоянка. Прекрасно, мне кажется, как раз туда нам и нужно. Ой-ой. Только не говорите мне, что опять уже ночь наступает, а? А, тут... Нет, это просто скопление. Ну, понятно, почему тут скопление. Потому что здесь чудное сердце рядом. Так, отсюда, блин, тяжело будет попасть. That's it, I'm empty. Отлично.
Отлично. Так их что-то слишком много. А... Скопление 6. А, они добежали до туда, до места выстрела. И, соответственно, разворачиваются обратно. Прикольно. Значит, можно будет их как-нибудь по одному высечь. Там с двумя-то мы справимся. 5. Отлично. Прекрасное убийство. Они меня не видят. Прикольно. В приседе меня не видно. Только, наверное, как-нибудь вплотную. Ай-яй-яй-яй-яй! Зажали. Так, ну с двумя-то мы справимся легко. Вот, около стенок, когда зажимают, вот это страшно. Вот это очень страшно. Какой живучий, а? Так, скопление. Скопление очень опасно, если с ними не бороться, то они разрастаются. Скопление образуется из-за крикунов, которые привлекают сюда другие зомби. Чтобы ликвидировать скопление, убейте крикуна и остальных зомби на этой территории. Окей. Ну все, амигис, все мертвяки мертвы. Отлично. Вот это то, что нам нужно. Так, стояночку давайте осмотрим. Может быть, здесь какие-нибудь будут все-таки инструменты. Канистр с бензином. Ничего не найдено. Если вам не безразлична судьба выживших, то вам нужно типа пообщаться с нами. О, рюкзак! А вот это очень-очень хорошо. А как его одеть? Я хочу его одеть. Использовать. Вот. И рюкзак на 7 мест тоже. Шикарно. Вот это хорошая находочка. Комбинезон газ. Так, хорошо, надо вот это аванпост тоже занять. Потому что он будет нам приносить бензин. Еще один ящик не смотрел, какой. Может быть, вокруг где-то? Музыкальный компакт-диск, пакет снеков. Нет, это что-то не то. Все готово к выбору специализации. Вот, интеллект. Скрытность. Ускоренное скрытное перемещение, менее шумное действие и повышенная скрытность. Разведка. Увеличенная дальность разведки, обнаружение врагов, а также прочность огнестрельного оружия. Наверное, мы выберем скрытность. Потому что я больше люблю по стелсу все это зачищать. Аккуратненько. И также, соответственно, убивать. Привет, кто зашел на канал. Так, побежали. Нам нужно все наши вещи скинуть, которые мы нашли.
Вот то, что мы рюкзак нашли, большой, вот это прекрасно. Просто я считаю, что это изумительно. Так, еще и быстро восстанавливается энергия. Супер, супер. Побежали дальше. Так, отлично, складываем топливо. Топливо 8, еда 6. Вот аванпост с едой еще нужно занять, чтобы у нас еда прибавлялась. Так, стой. Помогайте выжившим, чтобы найти новых людей. Доберитесь до целей, указанных на экране карты. На экране карты у нас какие цели еще есть? Занять какую-нибудь территорию. А, это, по-моему, новая база, если я не ошибаюсь. Одну секундочку. Так, отлично. Отлично. Пошлите на новую базу, посмотрим, что там вообще есть. Ой, меня обнаружил зомби. А далеко она вообще? Она по... А, по дороге, я понял. А, я понял, что это такое. Это не новая база. Это просто сооружение, где можно найти много-много всего полезного. Look, aggressive is what keeps us alive. You get that, right? Looks like the army left some of their crew behind, and now they're all muertos. Bullets want to shit against those helmets. Пулях не берут, придется подойти поближе. Ну, соответственно, их нужно будет убить вплотную. Обезопасить военный карантинный пост нужно. А их тут много, интересно. Уклонение. Так, этого добиваем. Для зачистки зданий следуйте все его помещения. Спасибо, мы уже поняли, мы уже вообще-то не одно здание обыскали. Так, отлично. Военных мы уничтожили, не знаю, всех или нет. Не получится пока занять территорию, здесь слишком много мертвяков. Светошумовая граната.
А вот она нам нужна будет или нет? Что-то я сомневаюсь в этом. Обычный МАГ-10. Да, обычный МАГ-10. А какой же необычный? Ничего не найдено. Ничего. Теперь надо здесь закрепиться и создать аванпост. Подожди, с аванпостом я еще не все. Профессиональный глушитель. Вот это нам надо. Я даже... Вот это нам надо. Так, наверху. Подождите, а у меня есть еще одно. У меня же место еще одно есть. Ну вот, все. Можно занять это место. Так, а где можно занять? Где эта штука стоит? Вот она. 3 требования не выполнены. Одна яич... я понял. Я не могу больше аванпостов иметь, чем у меня в данный момент. База, аванпост, вот этот. Снять часового с аванпоста. Вот, а сюда поставить. Все отлично, я понял. Да, занимаем аванпост и, наверное, трансляцию я заканчиваю. Будет 3-я часть, когда мы будем играть, чтобы долго... Чтобы видео не было таким долгим. Всем спасибо за просмотр.